Так, друзья, мы находимся в доме Колумба в городе Сан-Себастьян. Сюда Христофор Колумб в 1492 году. Он тут зависал, и вот из этого колодца, если я все правильно понял, они доставали воду. Здесь останавливались со своей любовницей, я так понял. В общем, воду отсюда доставали. Не знаю, сейчас этот колодец как и живой, можно из него воду доставать или нельзя. Вот такая вот история. Вот дом. Здесь все исторические события изображены тех времен. Вот это когда Колумб ездил открывать Индию. Останавливался на этих островах, в частности на острове Тенерифе, еще тоже это соседний остров от этого острова. Мы сейчас находимся на острове Ля Гомера. Название Ля Гомера никакого отношения к Гомеру не имеет, просто так называется остров. Здесь такие интересные у нас улицы, улочки. Это, видать, гуанчи, вот так они, видать, выглядели, скорее всего, или нет. Да, наверное, да, в то время местные племена, которые здесь жили, которых уничтожили. Вот этот остров 80 лет вообще захватывался испанцами. Эти гуанчи были очень воинственные и свободолюбивые. Вот. В данный момент от них практически никого, ничего не осталось там. Какое-то количество есть, но они и то такие смешанные, насколько я понимаю. Такие вот дела, такая история. Такой вот дом, находимся в городе Сан-Себастьян. На Канарских островах. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.